И это свершается, друзья! Да! Republic of Flowers! Настоящий праздник устроили по случаю открытия арт-центра «Республика цветов» в Одинцове. Цветочные феи-барышни, детские музыкальные поздравления, сладкая вата, беспроигрышная лотерея, подарки от друзей и коллег-предпринимателей, запуск белоснежных голубей на счастье и ради исполнения желаний. Очень хочется, чтобы мы быстро стали популярны и приносили очень много радости и эмоций жителям Одинцова. Это уже пятый салон цветов семейной пары предпринимателей Алены и Дениса Селезневых. В нашем округе второй. Один есть в Звенигороде, теперь появился и в Одинцове. Эксклюзивные предложения арт-центра привлекают постоянных клиентов. Это потрясающий бренд, это высокое качество, это приемлемая цена. Это человек, предприниматель, который, вы знаете, досконально разбирается в каждом цветке. Я сама являюсь уже много лет ее клиенткой, и я скажу, что это такой отбор качества, это постоянно отслеживание самых популярных трендов. Это все, что новое и самое современное, модное, это все они. В «Республике цветов» работают знатоки своего дела, которые влюблены в профессию. В каждый букет они вкладывают свою любовь, создают уникальную композицию. Чтобы покупатель ушел из салона счастливым, флористу приходится быть и психологом. Ведь необходимо точно понять, чего хочет клиент. У нас 16 обязательных работ. 16. То есть у нас есть экзаменационный лист. Наш педагог, получается, проводит обучение именно по этим техникам. И наши флористы, которые уже прошли все эти обучения, знают все. То есть от свадебного букета, букет растрепыш, вертикальная композиция, вертикальный букет. И пошли. То есть их 16. В арт-центре работают напрямую с фирмой-производителем, поэтому для клиентов всегда только самые свежие и качественные цветы, а также доступные цены. Составить эксклюзивный букет профессиональные флористы помогут в любое время дня и ночи. В зависимости от сложности ожидание составит от 5 до 15 минут. При этом в магазине представлен широкий ассортимент товаров на самый взыскательный вкус. У нас очень много представлено и стабилизированных цветов, и сухоцветов. То есть вот есть витрина прям с букетами, которые долго радуют. Очень много экзотических растений всяких, потому что я сама флорист, и я очень люблю, чтобы было все необычно, чтобы было все креативно. Концепция «Республики цветов» проста. Лучшие цветы – лучший сервис. Флористы помогут в озеленении дома или офиса, создании букета невесты или бутоньерки, выборе горшечного растения или свежесрезанных цветов. Кроме того, представлена разнообразная праздничная атрибутика – от воздушных шаров, игрушек и ваз до подарочных пакетов и фейерверков. Сэкономить время в поиске подарка или букета к празднику и подарить себе незабываемые эмоции можно в магазине «Республика цветов» в Одинцове по адресу Можайское шоссе, 45. Салон работает круглосуточно. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».